В течение месяца подрядные организации должны провести ремонт автодорог Бердска в рамках проекта «Народный бюджет». Средства, которые предоставлены городу, составляют 20 миллионов рублей. 5 миллионов рублей, почти 6, 5 900 пришло по линии Минтранса, и 15 миллионов рублей пришло по линии Минрегионразвития. Итого 20 миллионов рублей, и на сегодняшний день уже выбраны подрядные организации, мы провели аукционы силами МКУ ЖКХ, и теперь уже готовы приступать к ремонтным работам. Согласно подготовленной проектно-сметной документации, в Бердске будет отремонтировано порядка 30 тысяч квадратных метров автодорог, а с учетом уже отремонтированных улиц, общий объем реконструкции составит 64 тысячи квадратных метров. Никогда ранее в Бердске такого объема проведенных работ не было. Что касается объемов работ, то самая большая улица и самая большая проблематика – это улица Основная Хорда, соединяющая центр с микрорайоном, улица Красная Сибирь. Там будет выполняться порядка 9 тысяч метров квадратных, а если быть точно, 8600. На втором месте идет эта улица Боровая, тоже Основная Хорда, соединяющая микрорайон с центром. Вот, там порядка 6 тысяч метров квадратных будет выполнено, 6900, если мне память не изменяет. Значит, и на третьем месте это улица Комсомольская, порядка тоже 6 тысяч метров квадратных. Также в планах реконструкция дороги улицы Красноармейской, участок от Бани до улицы Павлова и улица Островского. Будет завершен ремонт улицы Новосибирская. Не попала в список реконструкции автодорог этого года улица Промышленная. Это так называемая дорога по Накал-Орлон, 12-й маршрут муниципальный транспортный, мы поставили в работу на следующий год. Там тоже требуется колоссальная сумма, порядка 10 тысяч метров квадратных, это там порядка 8 миллионов рублей. Вот, мы провели совещание и поставили перед собой задачу, хочу об этом сказать бердчанам, что на следующий год такая улица, как Промышленная, будет отремонтирована. Продолжится в следующем году и накрывочный ремонт дороги на кладбище, а также небольшой участок дороги у средней школы номер 8 на улице Павлика Морозова.